много разных кошмаров на свете. Но представьте, какой парадокс. Самый страшный кошмар – это дети. Сколько пролито пота и слез. Я учитель. Я доблестный витязь, карту в зубы и в класс, словно в бой, всем лежать. В смысле это? Садитесь. Сейчас, ребята, чуть-чуть, и домой мы сражались. Минуты так 40, не на жизнь, а так, балла на 3. У меня почти кончился порох, дети в сердце мне склад подожгли. Загорелся пожар от обиды заныло в груди. Я стоял и их всех ненавидел. У меня еще все впереди. Я заставлю их прыгать на стены. Мы историки, звери в душе. Ладно, кончен урок. Перемена. Перемена.